естественно, всегда остается в моде. И сегодня я вам покажу незаметный легкий макияж, который подходит на каждый день и лишь подчеркнет вашу природную красоту. Итак, поехали! Для начала я наношу на лицо основу под макияж. У меня база от Catrice. Она отлично выравнивает тон и хорошо распределяется по лицу. Чтобы лицо выглядело естественным, не стоит наносить плотные тональные основы. Подойдет BB-крем у меня, к примеру, от Avon. Хоть он и кажется темным, но при нанесении он хорошо сливается с кожей. Кстати, пудру при таком макияже я обычно не использую. Лицо должно выглядеть максимально естественным. Для бровей я беру вот такой серый карандаш от Shiseido. Обычно я беру такие карандаши, которые подходят по цвету с моими волосами. К сожалению, природа обделила меня густыми бровями, поэтому приходится их рисовать. И чтобы они не казались нарисованными, я щеточкой все расчесываю. Теперь пришло время замаскировать все несовершенства консилером от Catrice. Мне он очень нравится, потому что он действительно перекрывает все неровности, все недостатки кожи. Далее коричневыми тенями от Essence слегка прохожусь пушистой кистью по складке. Теперь бронзером делаю легкое контурирование лица, чтобы слегка сделать естественный оттенок загара. Далее румяшки от Faberlic. Они очень нежные и естественно смотрятся на щечках, как будто это ваш натуральный румянец. Дальше тушь для ресниц у меня от Maybelline Rocket. Кстати, вы можете наглядно увидеть на мне, как выглядят ресницы после наращивания. И последний штрих – это оттеночный бальзам от Maybelline. Он дает такой легкий пигмент на губах, практически не виден, и также дает небольшой блеск на губах.